Добрый вечер. Не знаю кто. Бар Твайлайт. Маджонг клуб. Все это время не так назначал чертей. Привет. Да, я обещал менеджмент сейчас. Надо какой-то ресторан. Но я хочу самый дорогой ресторан. Самый дорогой ресторан сейчас это Индит Суши. Сейчас, я собу себе сделал, поэтому я сейчас собу хомячу. Секунду.
забыл выключить СОБУ. Сейчас бы все сгорело к чертям. Вот так бы я и вошел в ресторанный бизнес. Привет. А чебятки хорошо. СОБУ тоже неплохо. Ну что, давайте делать суши-ресторан. Сюда мы ставим черта. Сюда нужно у кого-то, у кого хорошие Нет, я все так делал. Так, sales volume у нас максимальный, остальное можно не увеличивать. Так, дальше Ichiban Confections. Лидер мне нужен такой, чтобы понимал корзинки. Как ни странно, в корзинке понимает только Саидзима. Ну, я уже не удивлен ничему, конечно. Теперь ему нужен кто-то, чтобы поднять на табельте. И не занятый. Кто-то, чтобы поднимать продажи, тоже не занятый. Поищем сейчас среди employee кого-нибудь такого. Вот Хирочун. A man who stakes his life on building computers. He is exceedingly knowledgeable, but having lived nearly all his life. Берем. Более того, мы можем сейчас и Чибана апгрейднуть. Ну все, остальное можно, я так понимаю, не трогать пока что, потому что это будут лишние деньги на ветер. Итак, у нас на первой локации уже 3 ляма. Все-таки, да, все-таки нужно только первую трогать. Так, дальше. Нам дальше в Канамаче у нас имеет значение только продукт, больше ничего. И нужен кто-то, кто сможет продавать красное. Красного у нас никого нету вообще. Ищем опять в рекруте. Как ни странно, это Агата, и как ни странно, это Дайга. Ну, давай, Дайга. Все это, конечно, не аукнется, когда я не смогу получить деньги ни с чего, но хуй с ним. Так, теперь мне нужно забить оставок. Чуть-чуть совсем вот этой и чуть-чуть совсем чертом, да? Все, теперь у нас заняты все три локации. Все три обещают в
у всех трех максимальный sales volume. Все три обещают раскачаться. Что осталось? Осталось найти задачу какую-то. Осталось найти какую-то задачу женщине, которая Юки. Для Юки нам необходимо купить бледильник. Бледильников в продаже нету. Нет, есть, вот они. A charming fairy tale themed brothel. The hostess there don't always ensure a happy ending. Это, по-моему, самая короткая история Хемингуэя, наконец-то. Наконец-то в Якудзе. Брательф, в котором клиенты не могут кончить. Это идеально, чтобы продавать лепешки, мне кажется. Интересно, что вот здесь нам предлагается больше sales volume, и он сам дешевле. Но у него гораздо выше нотабилити, которую придется чем-то затыкать. Сейчас мы посмотрим, что у нас с... А ну давай. Давайте, если что, мы возьмем кредит опять. Pinky Rabbit, конечно, мне гораздо больше нравится как название. Ладно. И она забила всю нотабилити, которую нужно. Отлично. Осталось сервис только поднять. Особо очень круто. Надеюсь... Да, да, вы меня слышите, все. Я тупой. Так. Мне, значит, осталось найти кого-то, у кого сильная любовь и сильная медаль. Ищем. Вот Хонда. Формер-ресторатер. Бомж. Возьмем? Пока рано. Пока не до Маджимы. Сейчас. Осталось любовь у кого-то найти. Они еще различаются full-time employee и part-time employee. То есть у full-time сразу 15 левелов может быть. Давайте просто в виде шитпоста попробуем взять full-time employee черта. А, он стоит сразу 90. Интересно.
Ладно, возьмем из бордели. Ну что, значит, сейчас у нас... Не очень удобно, конечно, все. Пробуем поапгрейдить эту. Интересно. Интересно. Ну, давайте попробуем. Первая локация в итоге зашибает больше, чем все остальные. Так, лок у нас сейчас только у женщины в Канамаче. Так. Я должен улучшить вот эту женщину чуть-чуть. А, вот теперь она full-time employee, понятно. Full-time employee — это как раз level cap. 10-й это контракт, 5-й это part-time, а full-time — это снятый level cap. Давайте посмотрим, если что будет, если я увеличу продукт. Поменяется ли sales volume? Не поменялось. Не поменялось. Ладно, хорошо. Это была просто проба. Канамачи все-таки так себе заведение. Как только мы наберем побольше... Как только мы наберем побольше всего, мы из Канамачи, мы Канамачи продадим, купим что-то другое вместо него. Что-то Кашуваги не показывает класс пока.
Ну, то есть, вот, из всех лавочек Канамачи самое позорное. А, там Дайго, понятно. Ждем, пока Дайго прокачается немножко. Nightlife is trending. Хорошо, хорошо. Как будет шанс тренировки, еще натренируем кого-нибудь. Давайте скид кинем туда. О, давайте подучим кого-нибудь. Давайте подучим чермана Дайго Дадзиму, а то он какой-то обсосный. Нормально. Придется ему еще немножко повышать зарплату. Теперь ты фулл-тайм эмплой, чейрман. Соси. Ну и вот этого черта тоже надо. Отлично. Так, деньги потратили. Все довольны. Что надо сделать? Что я забыл сделать? 29. Надо продавать Канамачи и что-то вместо него брать. 30 лямов для этого должно хватить. Давайте продадим. Вот купим вместо него Oana Security. Что такое Purchase History? А, понятно, мы его уже были в нем. Ну, Oana Security на самом деле тоже не такая уж дохуя популярная вещь. Ну, давайте посмотрим ее потом. Вот Bookstore очень хороший. Его нужно будет, наверное, в следующую эту взять, потому что он прям совсем дохуя приносит. Picture Gallery тоже неплохо. Pachinko Pirates так себе. Давайте на Security.
Ох, и не дотянули до сервиса. Ой, как плохо, как плохо. Нам нужен кто-то, кто умеет строить губки. Она от меня ушла. Я ее не возьму больше. Вот этот хороший черт. По описанию, по крайней мере. Давайте посмотрим, что будет, если мы сервис до конца не докачаем, просто ради смеха. Лучше, кстати, не стало, как было. Эта лавочка нам дороже всего стоит почему-то. Почему, я не знаю. Приносит она при этом не очень много. Попробуйте выучить, что ли, как-то. Почему-то Дайга не умеет строить губки. Почему? Вообще не растет. Ну, неприятно, что ж делать. Давайте посмотрим. Неплохо, неплохо. Что мы можем противопоставить им в плане Select Team? Значит, разумеется, лучше всего будет набрать... Поставить одних менеджеров. Ну, давайте. Думаю, была ошибкой вообще покупать. Не за что. Думаю, ошибкой было. Идти в красное вообще. それでは質疑応答に移りたいと思います。ご質問のある株主の。
Сколько денег-то дают? Сука, почему лоудинг такой долгий? Это же менеджмент игра. Привет.